Всего за неделю в Междуреченске зарегистрировано 330 сигналов, из них с признаками преступления 68. В полицию обратились владельцы грузового транспорта. Сообщили, что с автомобилей похитили аккумуляторы. С такой наживой подозреваемому далеко уйти не удалось. Мужчина признался, что в ночное время в районе Южной промзоны увидел припаркованные машины. Он с помощью пассатижей открутил клеммы аккумуляторов с трех грузовых автомобилей и снял с них все 6 аккумуляторов. В дальнейшем часть аккумуляторов сдал в пункт приема металла, а часть продал неизвестному лицу, получив за продажу более 7 тысяч рублей. По всем трем фактам возбуждены уголовные дела за кражу. Интересно, что, находясь под следствием, мужчина совершил еще одно преступление. В общежитии, где он проживает, открыто похитил из соседней комнаты телевизор, причинив хозяйке телесные повреждения. Междуреченца за это накажут, его уже взяли под стражу.